кто-то скажет, сколько ты 5, да, или сколько? Запрос, я тут сколько. Разные цифры, там было 20, сейчас уже нет, все. Спроси, у кого алхимии нет. Я и спрашиваю, не? О, нету. Да ты тихо говоришь. Что, встаивает на это? Не может он 120 давать, я тебе говорю. У меня сейчас аркан магия 195 резист. Минус 54, это не 120. С алхимией он встает 120, без алхимии 70. Лапу сними, попробуй там цифры какие-то другие. Как может, смотри, лапа дает 54, как у меня ты может быть 195? 195 резист у меня. Сними лапу, увидишь, сколько лапа дает. Лапа 75 вроде как, да? Да, да. Почему на ней написано, что на дает 54, если на ней... Это обман. Окей, тогда все правильно. Это всеобщий заговор против Вараски. Это, видимо, его только пофиксили, короче. Не-не-не. Так я смотрю, он 54 дает лапа, на ней же написано. Там кеш надо обновить. Лапа 54 дает. Мне и странно кажется. Протокс, класс, да. А кто, блять, Байера суманул? Это интересно. Дайте лапу по новой. Ответственно. Дал лапу. Ты, типа на лапе 54 написано. Да. Сейчас я в книжке заклинаний посмотрю. Ты на баф наведи 54 написано. Так, спрашиваю последний раз. Кому-то тело Т5 на паладина нужно? Да на Микадзе нужно 100%. На Микадзе нужно тело. Так он первый в приоритете. Мне кажется, если что-то продавать, то надо продавать в вечернем. Давайте. Пять человек, которые не выпили сопрот после анонса Ирелла на робот. За этот раз вам ГП не начислят, в следующий раз повторяется. Лично я вам сразу начислю не 100, а 200 за это. Касается Айзека, Альпер 4, Паладина, Танка. Ну, Даркес, ладно, там Даркес реально связан с ПТом есть. Он может почему. Мидет. А при чем-то ты апеллируешь то, что у него связка, блядь, будет, чё? Что у него связка? Ну, это просто не убить. Мы пьем сопроты не потому, что нас убивают, а потому что говорят, по-моему, пить. Нет, потому что хилам проще хилить. Он сам хилится. Ты механику Афликов знаешь? Чё, что он сам? Я тоже сам хилюсь. И чё, мне тоже не пить теперь? Чем ты хилишься? Ты не хилишься в таких количествах, как может себя хилить Афлик или ШП. Но тут ключевое то, что анонс рейду был выпить сопрот, то этого не сделал, на этот раз прощен. Правило же не написано, блять, можешь не пить запрот те, кто сам хилится, правильно? Нет. По логике, правильно? Давай, на тут следующий другая логика. Ты пишешь сопрот, мы посмотрим, сколько хилы будут тебя вливать, сколько лока и сколько ШП. Да не, в разке не так надо, надо, чтобы он просто за хила играл, и все. Это Войд говорит, который, блять, профа не может решить, что. Получается, это так. Правила типа одни для всех, я почему, если там напишут, что типа кто может купить, тогда у меня никаких вопросов. Ты нет. Неправильно интерпретируешь просто. Блять, есть несколько классов, которые могут обойтись без вопросов. Меня вот эта вот фраза маг. Тебе надо поиграть за хила и посмотреть, как оно там, всегда поражало. Потому что хилы всегда жалуются, что у них есть Т5, что у них нет Т5, что им всегда сложно. Да нет, все равно, блин,
кто сколько хилил, я не знаю. Есть разница, вот, допустим, какого танка хилил. Там даже независимо, если у рейда будет дохуя саппорт, им все равно будет сложно. Что там того, что его еще и пофиксили теперь, да? Это зависит от хилов. Вага! Что? Какой вопрос интересует? Смотри, ты говоришь про воронки. Они только даются бесплатно тем, у кого только Т5 с роллинги и у кого еще есть в сумке Т5 не открытые. Это касается этой недели. Народ тутает Т5, ремни им дают 3 воронки, допустим, на один кусок, они его сразу же открывают. Ну вот, у меня есть один неоткрытый кусок Т5. Я вот просто не пишусь. Я же говорю, касаемо сегодняшней недели, нового КД. Все понятно. Если много выпадает воронок, то вы между собой это как-то поделите. Паролы просто дать, у кого-то 5 паролов. Ау. Мне что-то самое честное. Че, им дроп подняли или что, я не понимаю? У нас был в гильдии человек, который имел, ну, наверное, стак или 2 воронок, при этом он ходил, брал за ГП воронки взрыв. Соответственно, те, кто лутает Т5, открывает свой Т5 сразу же, либо при мне, либо при заме, либо при офицере. А если этого не будет, я просто его выкину с гильдии. А как ты вот проверишь? Вот смотри, у меня вот сейчас есть, блядь, 2 воронки, которые я держу на голову, да? И, допустим, у кого-то человека тоже, если он возьмет еще 3 сейчас себе, у него есть 2. Вот как ты вот это пофиксишь, вот это фигня? Дадите проверить сейчас, сакрите провиться. Подойду сюда. Это типа никак не контрится, и тут смысл об этом говорить никак. Не надо быть крысой, и не надо будет ничего проверить. Это вот, типа, да, ключевое. Это на совести людей, я тебе говорю. На это и расчет. Ты ходишь в рейд с игроками, и надо думать не только за свою жопу. Сейчас провиться, давайте ебанем вон он. Своих контролем. Я маленький. Реально дроп подняли. Но. Да это просто везет, да. Чего будем поднимать дроп? С какой целью? Потому что цена выросла слишком высоко, наверное. Чё? Как это связано? Чем дроп, тем больше донати магазины покупают. Им нет смысла повышать дроп. Я маленький котик, у меня мокренький носик. Спасибо за информацию. И по 6 хвост. Тебе надо в окно выйти просто. Там да. Че вы такие злые, парень добрый. Сидит пропотика. Что на первом этаже живет, че вы так обладали? Все хлестнули? Нет еще. Это не я. Зачем покупать макаронки в магазине, даже глупо. Даркс, я покупал. Когда они 15 стоили, да, ты? Ну, сейчас уже нет смысла покупать воронки. Тогда было охуенно выгодно. Не, я их покупал, когда они стоили... Ну, когда они стоили по 20 и когда они по 15 стоили. Так, доллар по 25 кто-то покупал, а сейчас он сколько стоит? Вот такая же, да. Ё-моё, сколько ворон! Я же говорю, подняли дроп. Да подняли 100% дроп. Вот просто с одного трэша плюс еще 3 воронки. Надо на спешку, надо тогда сделать один фарм, чтобы не знаю. А какой смысл, они со стороны опять не походят побыть? Какой смысл науки, они по 3000 стоят, но это они столько пока, не если дроп подняли, сейчас на неделю, блядь, 1 000 000 выйдет. Что там в хэме тогда, сколько, как они сыпаться?
Че, значки мы тоже ролим или нет? Значки вы ролите? Надо побыстрее все это убить, ребята. Ты че, даже ЗС пойти, что ли? Мы вполне успеваем до чего. ЗС ока невыгодно за 2 дня на расстройство просто. Все там выгодно. Кто последнюю вороночку не разрывает? Не вижу, что последний пилот. У нас правила поменялись с прошлого РТ. Что знаки лидере можно рулить? Я же в начале рейда все озвучил. Вы издеваете. Привет, мальчик. БВЕ уходят в ГБ, воронки даются людям, которым уже Т5 или мета-соки. Значки разбираются игроками для получения фласок халявных. Желательно, конечно, чтобы значки рулили те, у кого репутация с шатаром есть, но это уже никак не по. Там не только шатары. Там много с кем надо. А я не помню, неважно. Смысл такой, что кто может покупать эти фласки. Один из паладинов в ретрика. Сами там между собой. Скажите, кто спекнулся. Ну и смотрите бафы. Нам Кирса надо в рейд поконтролить. Ставьте шкаф. Ну если червей нет, может любой ретрик контролить. На минуту, так же. Да хуя ты расконтролишь, когда там будут червяки какие-нибудь игрового жара. А вместо я кого, говорю, Кирс? Если нету червей. Слышишь? А здесь червей некому кидать. Кирс вместо кого? Кирс вместо кого? Прием, прием. Свичните там. Да. Может вместо меня. Сейчас 3 минуты ФК. Я пока Т5 пойду настрою. Настя, тоже привет. Я не увидела тебя. Все, ты здесь? Так, официально? Там Луцинь отошел на 3 минуты. Если что, ешьте рыбу, там минутку-две можете отойти. Буквально. Да, Полина, ты что не с нами? Да, на середине РТ присоединяться к тому же дроидому заливну. У нас ЗС еще. Я мысленно с вами. Пойду в охоту поищу какую-нибудь. А где там с робота? Есть рекаунт? Дайте. Не, нет. Молодцы, не ждем. Ну, я же говорю. Голова на мага кому нужна в ЗСК?
Есть байеры там, нет? Голова по уму тоже на Миказа нужна, если вы на паладина. Так, там Макс с Луком с Хантом вроде как, да? Кирс, у меня вечерник он. На этот не надо ему. Напишу, короче, в ДВ-тему. Ребят? Раз-раз. Меня слышно? Два. У меня попугай умер, мне сейчас надо минут 10 отойти и справиться с этим. О, Дима. Да. Очень грустно. Я в Делорон лечу. Давай, поменяйте. Давайте без меня. Кого-то там сомните из замены. Кто с замены в рейд хочет? Все, я как подойду, я скажу. Кто там в ретрике был обратно в танка? Вадим обратно в танка. Кто замены там пойдет? Микат захотел. Вадим на боссе с маленькими мобами, Пегастри контролишь с Кирсом. Сейчас присуммонится Рога за бафом и начнем. Рога тут бафите, чек на пул. Будто пёстый пончик. Отчету. Отчета не было. Давайте отчет. Анонисти метку, пускай сами смотрят. Арсей, поднимай айзика. Убавка. Фисяо вышел. Сюда идем, все в звезду в сову идем.
сюда, к жрецу идем. Звезду все перебегаем. Перебегаем на ту сторону к одной метке, к столбу к одному, и сюда жреца ведем. Встаем тут. Как босс выйдет, нам... просто отдашь Геро. Сюда ведем к звезду все обратно. Жреца сюда веди. Вот так вот. Вихрем прожал или что? Жреца бьем. Эн, жрец и ЛРЭ. Не только. Геру, Геру, Геру. Убав пароль. Че, встаешь ты? Я встал и умер. Ровно под слепящий свет. Да не резайте уже, вот так-то получится. Да бьем. Он сейчас уже в этого превратится. Намикадзе здесь. Сейчас мы трэш почистим, тебя засуманим. Кому последний босс не нужен? Открыть.
Я уже что-то не знаю. Ну в рейде куда ты уходишь за сумой? Заменный еще кому-нибудь что-нибудь нужно с лоста? Кому-нибудь кольцо с арпом, ну с арпом. Кольцо с арпом? Это кому надо? Ханту на замене. Алиаста? Что-что? Алиаста на тебе, да? Зачетному. Ну да, хантовское кольцо. Ну, зачем так много? Вниз спускайте все это говно. Все вниз спускаемся, там патруль сейчас придет. Бьем РДДшники, ман. Он будет вихрь крутить, смотрите осторожно. Их там два. Великий, не подходите туда лучше. Которые сидят на замене, если с вечерниками пойдете, если вы не вешаете КД с ДВшником, пойдете с вечерниками, скажите, что вам ЕП начислят. Скриншот, я все равно приложу. Я скриншот приложу. А по голове дают больно с такого хуя. Цель не скажется. Просто двойное лутание ЕП у нас не проходит вообще никак. За один и тот же рейд. Видео, если что, есть на крайняк. Не, говорит и помощь. Вы можете сходить с вечерниками. Только без ЕП-шки, потому что ЕП вам начисляют сейчас в ДВ-составе. Ну да, возьмет вообще для начала ты. Там, блядь, людей на замену хватает себе. Ну, одного человека возьму в рейд. Блядь, такие слова какие, кто хочет послакать, блядь, звучат, понимаешь? Ой, нету, блядь. Милики не подходит. Там две вертушки. Вага, вот сейчас смотрю по базе, даже у самого Happy Soul уже стоит мета на крик. Но у него очень дохуя хаски собраны. У него почти все в хасту.
что там слишком дохуя станов надо. На свете весело, мне кажется, будет с новым супротом. Фигас, там еще ККД стан не улетает. А как это стан в ГКД улетает, это кажется? Меньше. Смотри, на него вешается сначала один стан, потом второй стан. Это диминишинг называется. ГКД это когда скиллы откатываются, в курсе, вот это ГКД. Жду произнесением скиллов. Блять. Он же меня понял. Это самое главное. Тут есть два моба, которые крутят вихрь. Миники. На них метки поставил, там имейте в виду. Сколько они стан кидают? На 5 секунд? Да. Это 3 раза надо кинуть, по-моему, чтобы у него был. Да, Будапешт, на этом трэше ты одноразовый. Будапешт, ты поосторожнее играй, зачем ты дохнешь? Кому-то нужен дохлый. Начинаю, я смотрю, за один закончил крутить, они обычно вместе крутятся, а тут, блядь, пора. Ты смотри внимательнее, но ты сдохший вообще не дамажишь, понимаешь? Вопросов нет, у меня тупо кружок свечения на мобах и все, так что-то нужно. От этих локов, опять-таки. Ты делаешь, чтобы ты выживал. Так, ну, везде лучше будет. Это как совет лужи не стоять, по-моему. Ну, типа того. Просто быстрее будет, если мы все будем живые бить. Первели чей? Паладин. Спрашивай. Грудь напала, ты 5. Паладин первели, который глору обычно ходит покупать. Дару, блять, на микат забирает на мейн, да. Чё он мне пишет? Откуда знаю? Напиши ему, что в этом рейде он не собирает. Пусть попробует с вечерниками следить из там. Только вот не факт, что вечерник сегодня будет. Это вообще не факт. Что у вас будет сегодня? Вечер покажет. Вариант. С вечерниками у него больше шансов вообще его забрать. Микадзе, а чего у тебя даже не полированные камни стоят в бисрунчик? Наверное, потому что, но песню слышал. В поясе у тебя не полированные, в теле у тебя вообще ЛКшная стоит, в голове ЛКшная стоит. Ой, да тут у многих тоже ЛКшная.
поставим. Че там, байер и не байер, все нормально? Никого нет. Нечего продавать, как бы, да? Это ДКшники, у кого танк есть? Мидекс, Фисяо. Фисяо. Дарки, станчишь бабу. Так. Инженера танчит. Эпигастрий, Вадим с щитом. Кого? Этого петуха. Принимайте. Своих контролей там не забываем. Суманите, пожалуйста. Код для своего. Поставьте шкаф. Просто отец, он онлайн, посмотри, Днюша. Все, все, я нашел, спасибо, спасибо. Угу. На минуту отойду. Нет, ты, ну ты в курсе, да, там жгучая боль агронабор дает? Даркис, ты в курсе? Или что там у тебя ХП, когда сосешь, вроде оно агро дает нормально. Ну чем-нибудь хуяришь, в каком ты спеке вообще? Зачетный, кушай рыбу. Жгучая тебе вроде как топ дает. Просто хуярю и все. Хилы там имеют в виду, что... Да, высокую угрозу дает она всем локам. Браска подошел? Чё даёт? Сейчас все готовы. Может, дай свою лапку еще. Запускаю. СС-а кому раздать? Сейчас посмотрим. У вас там чел на вас то просится. Мои люди без них не могут. Что нами? Ну Чехов дай прям мгновенный. Уничтожение солнечного колодца. Штаны не падают, да, скелешь, по-моему? Добро пожаловать. Скелешь, штаны. Очень жаль, но вы не сможете ничего изменить. Теперь меня никто не остановит. Селама Ашада. А дарки сдай по нарти. Впечатляет. Посмотрим, хватит ли у вас смелости выступить против Светокрада Талана. Они падают. Перед мощью кровавого молота не устоит никто. Зрите лорда Сангвинара. Рот закрой. Даркисы на пульте. Ханты. Теперь вы можете потягаться с моим главным инженером Телоникусом. Анарала Телоры. Некий бомба. Все уходим сейчас со ступени.
проходим только разбойники, ханты дают на пуга в ступеньке. Видите, оружия у меня предостаточно. Лагаешь, парочка. Сводите это вместе всю парашу. Черепку дается стан. Выведи один танк черепок. Или ДКшник выведи. Великий, не подходите, пока там сокрушение. Вот, молодец. Эту завешиваем парашу все. Все это контролится, все эти оружия. Станется, фиряют все. Нравится оружие, вставайте в центр. Вот этот с оранжевым топором первого убиваем. Ханты на дарке собабу сразу. И там танки есть у тех мобов. Главное, под бабой не стойте, никто он откидывает и замедление кидает. Подальше, подальше ходите. Доставай всех трех танков там. Ну, прям возле келья можешь стоять там. СССР раскидали локи. Угу. Было бы несправедливо заставлять вас драться с четырьмя советниками сразу, но. Просто отец близко к бабе стоишь. А, вот взял. Прохил. За ориентацию поймали, заебись. А как ты хоть скажешь? Чем водят вот этого моба близко к бабе, я не могу понять. Ну я включала, а он не включается. Микрофон. Да лок микро. Че вы тут? Тихо, не знаю. Простите меня, мой принц. Я бабу бьем. Как же можешь парада поднять? Остальных оставим пока. Фулбафы даю. Попроси там, дайте кулак поваром. Инженеры сильнее сейчас. Бомба сердце. Сейчас
Босс 5 секунд. Босс активен. Заберите босса. Геро. Милики, когда будет контроль, снимайте путь, как налейте. Предупреди на первый контроль, пожалуйста. 10 секунд до первого контроля. За пару секунд скажу, сова, вы лужа. Контроль. Контроли дайте. Каску дадут, нет? Сову, сову, Вайда. Стан Салафир. Вадим Паладин, дай, пожалуйста, в Раске каску. Феникса. Лужа под боссом. Бежали мили. Нириса. Ты чё, Даркис? Его, по-моему, убили. Яйцо. Свечники все в яйцо. Холдема. РДД лужа. Активнее в следующий раз убивайте яйцо. Контроль. Быстрее по сове контроль. Контата не убейте. Лужа, босс. Жали, мили. Танк обвернуть. Он, по-моему, залагал. Вообще, по-моему, лагает. Сейчас яйцо будет. Зеркало. Сможешь держать Феникса и Келя? Сможет. Контроль 5. На арте Даркиса поднимать. Лучше РТД. На арте Даркиса. Контроль сейчас будет. Даркиса забав. Дамаж Даркиса. Контролим сейчас. Энги сейчас законтрольте. Вихрь КД. Энги законтрольте. Спейте еще раз, не успеваю. Феникс собьем. Лужа босса. Лужа под босса. Без хила игра. Милики отошли. Отходить надо. Дергай меч. Феникс, контроль 7 секунд. РДД лужа. Контроль сейчас будет 3 секунды. Контроль ждать. Захильте танк. Хила далеко находится. Падайте. Падайте, ужасно кривой пульт. Как колесо еще отойди от босса. Даркиса убил.
запись в ВК или нет? Да. Ну, это в хантубе. От тебя толку, как от ребенка. Хантам не помогает всю себе арбалет снять? Как помогает? С этого пола буду начислять. Кто там? Можно сразу же по сотке выдать людям, которые сдохли от лужи. Три человека вижу. И почему люди ведут ебучего топора через бабу и к бабе бегут с ней? Потому что что-то не догоняю, новая метра у нас. На это у нас вряд ли будет. Танк ушел. Кто в рейд хочет? РДД какой-то есть? Просто отец, давай спустимся вниз. Немножко кое-что не понимаю. Какой танк ушел? Вадим офнулся, вылетел. Кто там? Ты можешь пойдешь, подамажишь? Я сейчас не могу зайти. Любого замену ставь рейд. Броня там. Чипсы пойдешь? Чипсы тут? А ты спрашивай. Ты кто-то в луже сдох? В луже сдох Рога, танк. Еще там третий кто-то умер у вас. Как за снятие пуха, я думаю, тоже можно сразу давай. За неснятие, блядь. Все будет дальше, на первый пол вот за лужу можно начислить. Я вот двум людям за лужу начислил, кто третий, я его не вижу. Там броня сколько идет вам. Броня? Да. Место андерворма. А чё там... Этот ДБМ от этого, от адмирала не снимает пухи на кедрышке? Ни один ДБМ не будет снимать здесь пухи. Почему ты так думаешь? Потому что этот каст никак не триггерит. Тактику расскажите на босс. Броня зайдет сейчас, ты говоришь, да? Да. Тактику кому? Хуми паладин. Можно резнуть, да? Хилишь танков, хорошо. Вот твоя тактика. Да, не стоять в луже, и все. Держать рейндж. И ебал мне еще опыт. Что за рейндж? Где, когда? Рейндж? Расстояние. Смотри, когда кто-то шокирует всех воздух, там надо соблюдать рейндж, чтобы он не поубивал. Смотри, начинается бой. У нас сначала выходят вот эти 4 моба. Мы просто их заливаем. От первого убегаем, от второго... Просто мы его заливаем, бабу держим рейнджу, потому что она кастует АОЕшку и откидывает. Все, четвертый, там надо просто миликом соблюдать время каста и отбегать от бомбы. Потом они падают, выходит оружие, оружие мы заливаем. Вот, под топор мы не становимся, потому что он убивает вихрем. Да, Будапешт? Ты уже протестил эту хуйню? Не, меня не захилит. Дальше. Дальше. Убиваем это оружие, переходим. Дальше у нас рисаются эти мобы. Также мы отбегаем от всех. От первого моба мы убегаем. Также под бабу не становимся, потому что она кастует АОЕшку. Тебе нужно стоять, нахиливать танка, но сметая рейнджу. Дальше. Убиваем всех этих мобов, активируется у нас гель. В луже не стоим. Контроль. Идет анонс. Заливаем яйцо, когда дается команда. И Феникса. Бьем босса. Когда появляется у нас третья фаза, нас подкидывает вверх. Там нужно всем набирать без исключения рейнджу. Потому что босс накидывает молнии. Они отскакивают от одного к другому человеку. Если вы стоите не на рейндже, вас скорее всего просто пошел. Все. Сколько метров? Разница, сколько метров. Там пространство. Посмотри, сколько у тебя пространства. Вот просто вверх посмотри. Охуеть, какая здоровая комната. Думаешь, мы здесь все не наберем ранжу? Там дистанция 8 метров. Здесь какая-то минимальная дистанция. 10 рейндж минимально. Оцените пушки сразу свои. В Discord скинул макросы для миликов. Их, в принципе, можно адаптировать для всех остальных. Как снять и как... Рыбу поставил.
Каждая вторая лужа контроль, запомните просто и все. Войд анонсил весь бой контроль. Не, вы самое главное не анонсите, когда свичится всякую хуйню анонсит. Вот свич Феникса, пожалуйста, можете анонсить? Нет. Анонсит вам свич Феникса. Постоянно уже на яйцо говорят, что оказывается надо уже яйцо. У нас РГДшники подбивают Феникса, понимал. Я уже захожу, у меня свет был. Давайте. Блять, Войт, у тебя опять там право съедет, нахуй? По дому. Все готовы, запускайте босса. Блять, ну ты пиздец, как мы ушел. Бля, Войт, серьезно, уменьши чувствительность микрофона, пожалуйста. Уничтожение солнечного колодца. Добро пожаловать в будущее. Может, у шума подавления включено? Вы не сможете ничего изменить. Теперь меня никто не остановит. Чего у него смерть? Там поезд, походу, рядом едет, у тебя дом трясется, блядь. Впечатляет. Посмотрим, хватит ли у вас смелости выступить против Светокрада Таладрада. Готовьтесь! Убавьте его просто, не знаю. Слышно. Вы там недавно сделали шумоподавление в этой версии. Она только хуже делает. Скорее всего, тут еще не было шумоподавления. Так, все, ладно. Чтобы вы не задержались здесь надолго. Блять, у меня пылесос тише работает. Советов. Все, ч-ч-ч-ч. Бомба милики. Заливайте и быстро вставайте в центр. Быстро, быстро, быстро. Собирайте топор вправо. Центр отойдите.
на той... Ты на той половине стоите, через чоп, через бабу довести, да, я понял. Я сейчас там поставлю. Возможно, я недооценил. Все, встали. Было бы несправедливо заставлять вас драться с чем-то. Ждите еще раз атала от Рейда. Сейчас вас цель взял и все. ГД сейчас играйте по бабе. Воспламенение 4 секунды, хилы. Скоро бомба. Милики пошли бить инженера, РДД что-то закрывает, лорд с комбинат. Марсия, можешь на Микадзе поднять. Запах лежат. Разбойником обновите каску кулаки. Бомба 5 секунд, милики. ДД может свечиться. Набирайте ранжу и медали, взрывайте вас. Феникс по ночь, когда надо будет. Десять секунд контроль. Лужа РДД. Милики, контроль. Феник сейчас выйдет, лови. Чё, посох никто не брал? Глыба. Там прожался. А я уже не за контроль. Сейчас контроль. Яйцо быстро. Контроль.
Фанта законтролить. Бейте, блин. Лужа милики. Давай, ран. Ты не можешь вовремя отойти. Надо, я уже без тебя. Плюс я без пушки. Потом нравится стрелять. Почему с камерой Феникса не перехватить? Ой. Иннер ПДЦ, дайте свободу. Он не успевает вовремя отбежать. Перед тем, как убивают Феникса. Походу не его грудак будет. Хилам, только дайте свободное пространство в центре. Вниз летите. Боки, можете СС обновить. А, да. На Микадзе поднимаем, наверное. Поднимешь? Он под боссом лежит. Уже РДД. Вниз полетели. Да, языка поднимаем, наверное.
отошли. Что так потно, блядь? Не знаю про что ты, ничего не потно. Я да. Очень долго, нахуй. Ну долго, так это не значит, что потно. Чё за хант не может до контроля? В шею рольте. Эдвар случайно? Дайте портал магии есть. Войт, по-моему, у тебя такая шея есть. Угу. Не знаю. Короче, ставлю портал. А два раза не сможешь. А что, мне не отдается? Нет. Жду 5 секунд. Кто успел, тот и зашел. Я отдал. Охотник маг черных книжных. Все, все желающие зашли. Че, за эску идем? Да. Время еще есть. Да хрена еще времени у вас. Да, как бы можем все закрыть за эску. Ну, полтора часа вряд ли. После этого точно нормально. Если ДПС там у всех по 30к будет, как у Азика, то может быть.